последний раз вызывает генерал. Офицеры выходят к сцене, но они уже фактически гражданские. В торжественной обстановке их провожают на заслуженный отдых. Помимо слов благодарности, ценные подарки. Подобранные не просто так, а с любовью. От плазменного телевизора. Ребята, на пенсии будем смотреть. До мечты автовладельца. Комплект автомобильных дисков для автомобиля «Пежо». На смену пенсионерам уже спешат молодые дарьяны. В этот торжественный день четверо майоров к своей одинокой звезде на погонах добавят еще по одной. Это нормальное явление. Каждый должен идти, стремиться к тому, что прости и не останавливаться на достигнутом. Как бы подполковник подполковником, значит дальше надо стремиться полковника, майору подполковника, капитану майора. Ну какой солдат не хочет быть генералом? Чтобы эти мечты сбылись, надо постоянно совершенствовать свой профессионализм. В Севастопольском управлении ГСЧС с этим справляются успешно. Подтверждение тому – снижение чрезвычайных ситуаций в регионе и увеличение числа спасенных жизней. У нас меньше пожаров в этом году, меньше погибших в горах и на воде, потому что мы занимаемся в основном профилактикой. Не констатируем факты, а идем на упреждение. Такой подход к делу был отмечен и на самом высоком уровне. Генерал Сухорученков удостоен благодарности Кабинета министров Украины. Награда не случайна. За сухими цифрами – итог отличной работы. За 6 месяцев текущего года произошло на 22% меньше пожаров, чем за аналогичный период 2012-го. Благодаря оперативной работе удалось спасти 35 человек в горах и 8 на воде. За минувшие полгода было обезврежено почти 10 тысяч взрывоопасных предметов времен Великой Отечественной войны. В ходе коллегии основной упор был сделан на усиление профилактической работы в последующие месяцы 2013 года. Лариса Раевская, Денис Корвель, программа «Наше время».